Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении, поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Человек с этим именем наделен большой духовностью, стремлением к возвышенным чувствам, ко всему прекрасному. Буква «С» в этом имени означает здравый смысл. Буква «Е» считается символом естественности и гибкости. Иногда владелец этого имени – это творческая личность, устремленная в будущее. Людям с этим именем необходим порядок во всем. Коммуникабельность и дружелюбие этих людей сочетается с импульсивностью и энергичностью. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Если буква «Е» является ударной в произношении близких, то эти люди всегда могут расположить к себе других людей и заслужить авторитет. Они часто бывают одиноки, им свойственен пессимизм, проявление депрессии, подозрительности и мнительности. Плохо, если к пессимизму прикрепляется низкая самооценка, которая усиливает внутренний негатив. Они начинают впадать в панику и притягивать неудачи. В худшем случае подозрительность может перетекать в паранойю. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Они могут работать в любой сфере, если их заинтересует профессия. Покорить обладателя этого имени можно только делом, а не страстными обещаниями. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Буква «Л» в нашем восприятии вызывает неоднозначные ассоциации. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Буква «С» в имени говорит прежде всего о стремлении к стабильности и материальной обеспеченности. Этому человеку важно найти свой собственный путь в жизни. Это имя напрямую связано с организаторскими способностями. В мышлении у этих людей присутствует сбалансированность, предприимчивость, сосредоточенность. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.